Что Фил делает там снаружи? Где он? Я не знаю, знает ли он, что вы здесь. Он один? Вилма приехала с ним? Да. Скажи им прийти сюда. Мы хотим дать епископу полетать через минуту. Это исторический момент, особенный. Я думаю, отец рад. Да, отец. Я думаю, отец будет очень рад. Знаете, нашей честности, добросовестности, в том, что мы делаем его дело. Благословение для всей его большой семьи. Амен. Вне поля зрения. Я так взволнован тем фактом, что могу проповедовать Евангелие беспрепятственно, иметь способность ехать куда бы он ни сказал мне. И поэтому я просто благословляю Бога сегодня. Благодарю Бога за доктора Томпсона, его послушание. Благодарю Бога за апостола и его покровительство. И за то, что он вытолкнул меня из гнезда. И я могу идти дальше делать то, что Бог сказал мне делать. Я счастлив. Хвала Богу. Слово Божье работает. Когда бы Бог ни говорил его, оно не возвращается тщетным. В данный момент мы просто отдыхаем после сделки, которая была сверхъестественной, так как мы осуществили перевод самолета Citation 3 в проповедь Евангелия епископу Робертсону в Ричмонд, штат Вирджиния. Мы здесь. В семье. И мы были рады этой открывшейся нам возможности послужить в Царстве Бога так, чтобы Бог мог высвободить свои возможности в жизнях людей, которые любят Его. Это Евангелие должно проповедоваться по всему миру. Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Он знал, что нам понадобится божественный транспорт, чтобы нести его Евангелие по всему миру. Мы летаем на нашем Фальконе 900B. Бог, это подарок. Бог сказал мне подарить этот самолет. Если он сказал идти, я хочу идти. Сегодня мы рады, мы празднуем. Мы просто благодарны за то, что Господь делает. Мы не заканчиваем, потому что другие вещи, которые мы верим, что Господь хочет, чтобы мы делали выше, на более высоком уровне. Епископ Робертсон действительно так рад. Другими словами, это такое чувство. У меня было 4 самолета. И я быстро воздал Богу славу, потому что я точно знаю, что делать. Через подобные вещи прошли и мои сыновья. Но Бог так благ к нам, и мы воздаем Ему хвалу и славу. И помните, что Он еще не закончил во имя Иисуса.